Мы сейчас говорим про текстовую составляющую про настроение. Настрой. Я не люблю делить песню на. Ну, вот расчлененку вот эту я не люблю. Песня для меня — это вот песня, это нечто такое. Целиком прям вся сразу. Да, у вас. Да. Я не пишу песен. Я песни ищу. Поэтому я не могу взять текст и потом найти на него музыку. Так. Я вижу песню. Мне присылают огромное количество, нам присылают огромное количество демок. Ага. Демок до такой степени разного качества. Это иногда что-то очень смешно записано на диктофон под расстроенную губную гармошку, что угодно, образно говоря. Вот. И вот магия в этом, в плохом качестве, расслышать песню будущую. Вот это то большое, красивое, пушистое, о чем мы сейчас говорим. Это магия, абсолютная. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».